Всем привет, дорогие мои, с вами Кунова Аня и мой оптовый заказ самой себе. Итак, вот составляющие заказа, цена, что я купила, можете поставить на паузу, посмотреть, почитать. Тут на 49 баллов заказ. Значит, смотрим. Это для робота-пылесоса. Разводим пополам с водой. Универсальное антибактериальное средство. Артикул 3136. Безопасно для человека, для животных. В общем, кайф-кайф. Оно такое легкое, прозрачное. Им можно обрабатывать все. Да, вот видите, такая обычная водичка. Можно руки обработать, да, то есть, ну, никаких таких вот ощущений неприятных, ничего нету. Запах у него нейтральный, его нет, просто его нет запаха. И плюс ко всему, он хорошо, как вода, воспринимается роботом-пылесосом. И робот-пылесос у меня все дезинфицирует. Но можно и ручки, допустим, там самые проходные в каких-либо помещениях обрабатывать, да, там на работе, еще где-то. Замечательная вещь. Всегда одну штучку с собой берем в дорогу, в поезд, еще куда-то. Ну, бывает нужно. Так, дальше абсолютно закончился спрей для очищения ванн и душевых кабин. Артикул 30091. Вот прям все блестит. Прям все блестит. Нам очень нравится. Кайфуем с этого средства. Прям его обожаем. Спрейчик классный. Можно потом еще открутить и на что-то другое прикрутить, использовать. То есть вот этой помпы ее очень надолго хватает. Помпа очень удобная, классная, да, то есть нажимаете, вот, да, ну, первый раз туго, и наносите. Этот я, конечно, на себя уже наносить не буду, да, то есть вот он, видите, так нежненько распыляется. А, наносите, ждете, потом тряпочкой протираете. Ждать, ну, сколько ждать, я не знаю, минуту, полторы можно подождать. Так, тут у меня тоже все оптом. Значит, получается, это сухие шампуни, которых вообще не было на складе. И я заказала побольше для темных волос. Это фаворит моей дочки. Она у меня такая темно-рыженькая, что ли, стала. Очень классный шампунь. Так, артикул 2870. Он идет именно для темных волос. Очень такой приятный. У нас все девчонки удивляются, что такое чудо существует. Вот я его сейчас на руку нанесла. Видите? Вот он сейчас высохнет, а он не красит голову, ни в коем случае нет. Это все засыхает, высыхает, сало, жир нейтрализуется, и все это вычесывается из волос. Очень-очень здорово. Заказала, так как его, я его ловила 3 месяца, я его заказала, смотрите, как удобно мне положили, да, я его заказала вот так, 2 упаковочки. 1, 2, 3, 4, 8. Да, то есть вот таким образом заказала. Пусть лежит, срок большой, у него все большое. Сейчас будет череда поездок. Дочка с собой по 2 шампуня в каждую поездку будет брать. Да, то есть Москва, Питер, Таджикистан, Казахстан. То есть вот, пожалуйста. Раз и нет. У него голова жирная, но иногда бывает нет возможности мыть голову. Она раз в день голову будет иметь возможность помыть. Допустим, 2 раза в день уже нет. Вот он, видите, высох, немножечко побелел. И полностью вычесывается. То же самое из волос. Видите, ну он еще влажноватый слегка, да, из этого так. А когда он вообще полностью высохнет, то есть он целиком вычесывается. И даже если где-то что-то оставили, то его будет незаметно. Еще меня спрашивали, можно ли им закрашивать залысинки на голове. Ну, я думаю, что не получится. Все равно же надо его вычесывать. Вот, мне кажется, что голова зачешется, если его не вычесывать. Согласны или нет? Ну, не знаю, в общем. Вот, на мой взгляд, ответ нет. Лучше это сделать любыми тенями или каким-то темным хайлайтером. Чем-то таким. Дальше салфетки от пятен полностью у нас закончились. Я заказала аж 15 штук. Сейчас мы с собой в поездку на 2-недельную берем 5 штук с нашей Викторией Антоновной. Это нормальное количество, это немного. Артикул 305-52. Вот такие вот классные салфетки для удаления пятен. Я бы сказала, для удаления свежих пятен. Их тут 20 штучек. Ну, если пятно уж такое сильно совсем, там от граната, еще что-то, то надо штуки 3. Прямо, чтобы пропиталось все. Но они хорошо, в принципе, пропитаны вот этой моющей эмульсией. Поэтому с превеликим удовольствием. Ну, из-за того, что обзор был оптовый, к сожалению, больше показаний нечего, как пустые баночки. Прям малюсенький такой обзор был. Этого уже нет в наличии, но у нас еще одна коробка. Вот помимо этой, еще одна коробочка осталась. Далее все переложили из одной пачки в другую. Охлаждающий гелевый пластырь для тела. Мгновенный охлаждающий эффект. Это впервые в моих пустышках такая штука. Артикул 910-104. Очень хвалю. Очень хвалю, прямо очень. Знаете почему? Потому что и на лбу классно, когда ты делаешь генеральную уборку. В жару такое охлаждение, даже дома, да, представляете? Мне очень понравилось, прям вообще. Дочка у меня тут упала, коленку расшибла, смотрю, начинает опухать. Я прям этот охлаждающий пластырь ей положила на место, где оно опухает, на коленочку, да.
тоже опухоль останавливает, потому что холодное очень важно, и причем он прилип, и она могла с ним ходить аккуратненько. Если, конечно, там прыгать, бегать, скакать, махать, то он начнет немножечко отпадывать, но он нормально продержался. Правда, не 8 часов, но часа 4 он точно продержался на дочке. На мне бы он продержался целых 8. Второй раз переклеивать, да, вот вы отклеили от чего-то, и второй раз хотите наклеить. Если кожа не была обильно до этого смазана каким-нибудь кремом, или, может быть, человек сильно вспотел, ну, всякое бывает, то есть пластырь изначально набрал на себя вот что-то жирное, он второй раз плохо приклеится. Если вы клеите на чистую сухую кожу, то его можно потом переклеивать в какое-то другое место. Это мое личное уже наблюдение. В общем, этот пластырь просто супер. Артикул 910-104. Хвалю. Очень-очень понравился. Так, дальше. Пятновыводитель. Закончился универсальный. Моя любовь. Артикул 119-84. У нас, в принципе, все пятновыводители клевые. Интимный гель. Для мытья, да, гель для интимной гигиены, для чувствительной кожи 87-22 с афродизиаками. Так, концентрированный гель для стирки 118-42. Еще один такой же, пена для бритья. Дочка, кстати, в нее играла, муж не брился, 05-00. Так, псилиум, печем свои любимые булочки. Артикул 157-64, как хорошо, что псилиум есть у нас, да? Ну вот и круговорот товаров в природе, как вы видите, 301-36. Так, хлорелла спирулина. Так, ребенок плохо ест зелень у нас, очень плохо. Дети должны кушать зелень, как сказал мой доктор. И, ну вот, даю ей хлорелу спирулину. Она сказала, в принципе, это отличный, просто отличный выход, нежели вообще ничего не давать. То есть мы даем ей по 5 штук 2 раза в день с едой, во время еды. Слушайте, ну это лучше, чем если уж она совсем... Ну она может немножко огурцы, помидоры покушать, но это так незначительно. Так, антибактериалочки у нас закончились, артикул 17.02. Умывалка. Я не помню, была ли она у меня до этого в пустых баночках. Если была, то очень давно. Слегка подсушивает кожу. Артикул 66-73. Он идет как натуральный гель для умывания. Прозрачный, хорошо пенится. Надолго хватает запах. Ну, наверное, этой конопли и есть. Да? Она же на основе конопли. Вот, 98,2% натуральных ингредиентов. Мне понравилось. Очень хорошо удаляет загрязнения. Действительно, он очень мягкий. Вот. Но то, что он оставляет увлажнение и свежесть, да, увлажнение, вот у меня немножко подсыхает все-таки кожа. Не сильно, совсем чуть-чуть. Есть гели, с которых вообще очень сильно сохнет. С этого нет. Поэтому, да, я могу сказать, что да, он, скорее всего, увлажняет. Масло конопли идет без содержания каннабиоидов. То есть хорошая маслица. Так, дальше. Иммуносистем Суппорт Комплекс. Это иммуностимулятор. Пропили. Артикул 156-78. Вот, значит, это мой шампунь для светлых волос с кератиновым комплексом. Артикул 2702. Тоже сухой шампунь, очень классный. Так, дальше. Совсем уже доломалась, разбилась пудра. Моя любимая. Очень мне подходит артикул 6349. Она идет Wet and Dry Perfect Me. Ага, всю улицу вам показала, да? То есть совсем уже все. А я решила не мучиться, выкинуть и не мучиться. Ну, у меня еще ребенок это все забирает играть. Вот, я сейчас ее помою. И вот тут она у меня сколько раз падала, я ее поливала, она уже начала обдираться. Думаю, ну что, я себе пудру не могу, что ли, купить? Да, в общем, 63,49 ушло в утиль. Так, далее куча различных салфеток. Антибактериальные салфетки чистящие, 30 штук, 305,50. Подходит вообще для всех поверхностей. Круговорот, да, получился. Так, дальше салфетки, которые можно смывать в унитазе, потому что они идут биоразлагаемые. Они идут с аллантеином. Это взрослая туалетная бумага, влажная. Нежное очищение и свежесть. Вот обалденная просто. Кто не пробовал, попробуйте, особенно в дороге. 304-00. Беру с собой пачку детских, пачку взрослых. Так, дальше. Сегодня мы уже почистили три дивана. Почему? Потому что мы уезжаем на 2 недели, и мы прям почистили 3 дивана. И вот пенный очиститель для коров, ткани и пилок. Вот на 3 дивана его хватает, он у нас закончился. Вот, это получается сухая чистка против пятен. Формула глубокой очистки, быстро удаляет сложное загрязнение, восстанавливает яркость красок, защищает от пыли. Где-то в продуктовом чате было видео про него, но и мне оно тоже очень понравилось. 302-52, заказываю уже... Я не знаю, цатый раз, какой-то цатый, чтобы не обмануть, да? Далее, антистресс. Что мне тут понравилось? Тут оказывается мой PC-100, который я на Вальберис заказываю за 6000 рублей. 100 миллиграмм содержится в 2 капсулах. Фосфоидин серин называется. Вот, поэтому потом проконсультируюсь с врачом, спрошу у нее, как что к чему. И посмотрим. 46-752 артикул. Ой, это ж я опять партию сказала, господи. 156-76, прошу прощения. Вечно говорю номер партии.
Так, концентрированный гель для стирки белого белья. А, позапрошлые, наверное, купоны расходы. Видите, 08 месяц, 22 год. Артикул 115-15. Просто когда я их брала, я не знала, на что израсходовать купоны, потому что, ну, все у меня было. Я взяла вот таких, я не знаю, штук 20 гелей, потому что Вика ночью уплывала пару раз. Вот, а сейчас она уплывает один раз в 3 дня. И как бы, когда ребенок 6 раз за 3 дня писился, и когда ребенок 1 раз за 3 дня писился, конечно, объемы стирки разные. И у нас сейчас вот это лежит, лежит, тратится потихоньку, но очень долго. В общем, у нас пошли улучшения, я счастлива. Так, круговорот пошел, имбирный напиток. Была жара у нас страшная, 27 градусов. Девчонки просто этот напиток навели и с превеликим удовольствием выпили. Артикул 157-19. Просто взяли и выпили. Знаете, так, навели в 3 графинах вот это, разболтали и ходили. Ой, вкусненько, ой, кисленько. Я говорю, ну, девки, даете. Артикул 28-89, 200 мл. Ну, в принципе, мне кажется, они правильно поступили. Знаете почему? По идее, это любимый напиток моего папы. Имбирь, мед, лимонник, шиповник. Когда первая жара и организм еще к жаре не привык, это очень хороший такой C-комплекс поддержка для нашего организма, по идее. Здорово и классно. Значит, Story de Amour. Наверное, новинка в моих пустышках. 28,89, 200 мл. Невероятно обалденный аромат геля для душа. Просто наивеликолепнейший. Вот я не знаю, с чем его писать. Розовый кварц. Это просто вот свежесть, легкость, мягкость. Что-то такое вот необъяснимо приятное. Просто вот рекомендую, попробуйте. Мне очень понравилось. Это прям мой нос сказал, ой, как вкусно. Ой, как классно. В общем, 28,89 артикул. По-моему, в первый раз он у меня. Так, маска для волос уже 85-й раз, наверное, 12,71. Еще одна маска, морожка для волос, получается, 0,197. Так, что еще идет тут? А, анти-йеллоу. Это такая вот темная маска. Ну, она уже тут подсохла, конечно, давно в пустышках валяется. Это интенсивная маска для нейтрализации желтизны и отсветленных волос. Но мне еще очень понравилось, как она ухаживает за волосами. Волосики такие клевые, классные, рассыпчатые. Это второй этап ухода за волосами у меня. Дальше, очень старый шампунь. Артикул 83-62. Интенсивно питает, возвращает природный блеск. Нежно очищает волосы любого типа. Он был такой прозрачный и... У меня такое ощущение, что его уже нет даже в наличии. Мне не очень у него понравился такой, знаете, туповатый, непонятный сладкий аромат. Дальше, концентрированный гель для стирки 118-42. Так, жидкое мыло 3+, 23-56 артикул, тоже классное такое мыльце. Дальше, значит, антистресс 156-76. Как вы видите, пьем. Зубная паста, она содержит очень классную штуку. Вот, с мягкими очищающими компонентами идет. И плюс снижает чувствительность зубов. 16,57. Очень классная. Особенно после сладкого, знаете, бывает такая пакость во рту. И бывает у ребенка зубик и там поболит от сладкого. Вот именно эту боль устраняет полностью. А если эту боль сразу не устранить, можно всю полночи не спать, да, там холодное, горячее, когда чувствуется и так далее. Значит, я крем смягчающий для рук 28,74 с ароматом клубнички. Очень приятно. Приятный кремчик, очень приятный. Так, далее витамин С плюс цинк, очень важная биологически активная добавка к пище, артикул 157-89, омега-3 форте 157-79, детский гельчик для подмывания 16-44-0+, до сих пор в выпуске, да, заказываем. Еще один интимный гель, маска витамин С, артикул 0460, классная вообще суперская маска. Так, дальше. Я уже решила от этого избавиться, оно уже начало менять запах. Вот вы знаете, до такой степени клево, у меня просто много помад, я всегда беру все новинки. И вот начал уже менять запах, да, когда пошел второй год, он начал запах менять, поэтому я решила заказать новую палетку и взяла ее с собой. Артикул 40-798. Так, дальше, ребят, абсолютная новинка, хочу выкинуть. Всех опросила, никто это не хочет себе брать. Вот не люблю говорить плохо. Но он клевый, он классный, консистенция хорошая, лежит хорошо. Но он до такой степени для меня желтый. Я просто, как одуванчик, что ли. Смотрите, как он сильно желтит.
ну, невероятно сильно желтит. И хотя запах, цвет, вкус, аромат, все отлично, но это не мое. 0981 CC крем SPF 10 Anti-Age против 7 признаков старения получается. 0981 не могу. Израсходовала где-то вот так вот столько. Муж два раза надо мной посмеялся, говорит, ты что сегодня желтая? Я говорю, все, пошла умываться, говорю, все, не буду мучиться. Ну, как бы редко, но бывает, да, то есть для темнокожих девушек еще как-то вот получше будет. Так, бальзам-растирка с пчелиным ядом, отличная штука, спина проходит хорошо, 12,80, моя спина отлично проходит. Да, еще у нас пластыри появились, я еще пластыри пробовала. Так, биосвежитель воздуха, 10901, аквафтический микс. Очень приятный аромат, прямо безумно приятный, до такой степени понравился, что вообще. Бальзам «Первая помощь». 17.01 у меня в каждых пустышках, да. Дальше эфирное масло пихты сибирской. Вы поняли, да, что мне больше всего нравится. Как раз-таки его я и заказываю, да. Метод паровая дистилляция. Значит, артикул у него идет 13.45. Дальше, значит, активный крем для лица, коррекция морщин, ретинол лайк, 12.15. Я его вместо сыворотки израсходовала, если честно, артикул 12.15. Ой, я его уже сказала. Он восстанавливает, омолаживает кожу на клеточном уровне, уменьшает видимость морщин, выравнивает текстуры и тонок кожи. Вот такая вот классная штука. Ну вот, мои дорогие, все, мой заказ. В общем, сняла маленький короткий обзор. Всем спасибо за внимание. С вами была Конова Аня, проект Выберлик Онлайн. Спасибо вам за просмотр.